прошлой серии мы тестировали Panasonic G7 с объективом Bauer. Там были кадры и со стандартным объективом, который очень неплох. Но сегодня у нас будет разговор о другом. Мы сегодня будем тестировать тоже Panasonic G7, но с популярным объективом Helios 44-2. Вы, наверное, знаете многие, чем отличается Helios. У него такое круглое боке получается. И сегодня мы его будем тестировать в плане видео. Вообще, Lumix, если кто хочет покупать Lumix G7, знаете, что этот аппарат не предназначен для фотографий. 16 мегапикселей не хватает. Panasonic не для фотографий. В плане видео, да. За свою цену у него есть 4К видео. 4К очень крутое. Но ночью пропадает детализация кадра. Очень много шумов. Хорошо, что они еще и бесцветные. Если они были бесцветные, то вообще провал был бы. То есть уже на ISO 800-1600 появляются шумы. Если честно, мне не нравится. Я сегодня вам покажу тесты, снятые на этот объектив. Сейчас мы снимаем Таму, и вы можете увидеть, какой красивый боке у этого Helios. Какое размытие. Что я еще хотел сказать, что 4К у него 100 мегабит в секунду. 100 мегабит. Действительно, настоящая 4К, но с кропом. По-моему, 1.3 там кроп. Что сказать про Full HD? Full HD снимает так себе. Ну, мне не очень нравится на Full HD. Здесь Full HD урезано. 28 мегабит всего лишь. Что ни туда, ни сюда. Да, 60 кадров в секунду есть, вы можете делать слоу-моушены. Что мне больше всего нравится в этом Panasonic, это удобство работы с видео. Минус этого Panasonic, что здесь нет матричной стабилизации. Сейчас новая модель вышла, GX80. У нее уже есть 5-осевая стабилизация. Если покупать, покупать ее. Но знаете, там с шумами тоже проблема. Что ты смеешься, Кадал? Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. Теперь я вам расскажу большие плюсы Panasonic. Я сейчас вам расскажу. Вот отсюда снимай, ну. Вот сейчас мы снимаем на Helios, на Panasonic G7. Значит, что у нас получается? Вот такая у нас картинка в 4К. Я буду эту же картинку вот сейчас, то, что вы видите, красить. И посмотрите, в чем прикол 4К. То, что когда вы снимаете в 4К, очень круто можно покрасить. То есть color correction получается здоровский. 100 мегабит в секунду, это очень круто. Что ты смеешься, скажи? Сказать, я эту камеру очень люблю, она очень крутая камера, очень крутая, мне безумно нравится, как она снимает, ее автофокус мне нравится. Кстати, еще про минусы я забыл сказать, что 4К автофокус не так хорошо работает, как на Full HD, вот, чтобы вы знали. Мне просто нравится дизайн еще этой камеры, но вот эти минусы, вот то, что он шумами снимает, мне безумно не нравится. Кстати, в 4К ночью еще больше шумов, чем в Full HD, потому что детализация очень крутая. Если вам нужно 4К, обязательная съемка 4К, то берите эту камеру, не пожалеете. Ты кто такой, давай, до свидания. Ты кто такой, давай, до свидания. Я не махтлэрэшин лазэрэрэм. Я не махтлэрэшин лгэдэрэрэм.